приветствую, друзья, сердечно. Вот ромашка, она для Стрецова, потому что я для Газенко уже вручил ему ромашку. Ему очень понравилось. Я думаю, вам тоже нравилось, я вам показывал до этого. А это для Стрецова Игоря Николаевича. Так вот, дело в том, что он ко мне сейчас подъедет через день, я ему ее вручу. И, ну, естественно, сзади напишу, как положено, потому что ему это очень понравилось. Очень понравилось. Он физик-ядерщик, и вот такое отношение к искусству. А вот краски у меня кончились. А телефон мой спрашивали, чтобы кто-то хочет мне прислать там краски, но краски вы сами не найдете. Потому что у меня очень хороший акрил. Это я всегда заказываю. Ну, там красный карандаш магазин. Сейчас там что-то поменялось. В общем, я всегда ищу именно такой акрил, который мне нужен. Поэтому очень сложно. И кто хочет, может просто прислать. Но моя карта, она связана... Сбербанка связана с моим телефоном мобильным, старым, 910-464-5368. Пожалуйста, потому что мы каждый раз, когда делаем вебинар, мы делаем новую картину к вебинару. И вот сейчас у нас как раз-таки с Оленом будет вебинар 1 августа, 20 часов. И после этого вебинара будет вебинар с Газенко, с Романом. И к обеим вебинарам нужны ромашки. Ну вот я сейчас делаю ромашку, но она, видите, недописанная. Она такая, как графика какая-то, надо, чтобы дышала жизнью, чтобы она была любима всеми и каждым. Потому что это... Как я сказал Острецову, он физик-ядерщик, а как раз-таки он сам, наверное, ядерная установка, потому что такой талантливый человек, и Роман Газенко такой талантливый человек, и все мы талантливые люди. И на наших вебинарах я буду давать новое, то, что никогда не давал, ни в интернете, ни в книгах. И вы увидите, как делается... экстренная психологическая помощь в интернете, не задавая ни одного вопроса. Это супер технология. И вы увидите, как делается мобильная психологическая комната разгрузки. Мобильная, которая всегда с тобой, и ты всегда можешь ею пользоваться. На каких принципах новых, которых раньше в науке тоже не было. А сейчас она у меня работает. Каждый день мне люди звонят на пару минут, у кого паники, у кого что. Я такой рад, довольный, что я могу быть полезен. И я сразу оказываю эту помощь, даже не спрашивая, в чем проблема. Это удивительно, потому что это нейрокибернетика. Если ты это делаешь так, как я сказал, у тебя так закономерно получается. Стресс снимается. А вот дальше, что с этим делать, этому уже надо учиться. Так что, ну, главное, скорую помощь можно сразу оказать. Сразу можно оказать, без лишних вопросов. Это достижение науки. Да. Ну, а ромашка, друзья, конечно, к следующему разу должна быть дописана, чтобы она была олицетворением солнца, мира, счастья будущего людей. Счастья в этой неопределенности. И, пожалуйста, еще раз, 910-464-5368, кто хочет, просто может сбросить денежку. И я куплю, наконец, краски, акрил настоящие, эти картины на десятки лет. И поэтому, видите, у нас есть там коллективный разум, где вы помогаете мне их рисовать своими советами, где я пишу, друзья... Что убавить, что добавить. И вы там в комментах пишите, что убавить, что добавить. И мы такие картины там нарисовали, такие шедевры. Я потом еще раскрою секрет. Посмотрите, какая картина. О, это мы все нарисовали вместе с вами. Так что, друзья, если появятся сейчас краски, мы сделаем ромашку.
как шедевр. И к нашим вебинарам 1 августа в 20 часов с Оленом, моим сыном, психологом и художником. И буквально через несколько дней с Романом Газенко мы проведем вебинары. И там будут эти новые ромашки, которые будут символизировать теперь наши с вами встречи. Обнимаю. До встречи. Я очень счастлив, что вы мне пишете постоянно комменты, и что наша школа продвигается, значит, это кому-то нужно. 207 тысяч подписчиков. Благодаря вам. До встречи, друзья.